В Чебоксарах открыли Дом дружбы народов. Под одной крышей там будут собираться 36 национально-культурных объединений, которые существуют в Чувашии. Бывшее учебное здание отремонтировали всего за 9 месяцев. Теперь это полноценный культурный центр, где можно проводить выставки, конференции, концерты и занятия различных студий. Несмотря на пасмурную погоду, на открытии Дома дружбы народов было ярко от разнообразных национальных костюмов. Плечом к плечу – татары и марийцы, русские, чуваши, грузины и узбеки. Наша республика всегда отличалась тем, что здесь дружно соседствовали представители всех народов. Руководитель национальной культурной автономии в республике делает многое с душой и с добрым сердцем для того, чтобы наши молодые люди уважительно относились к нашей истории. В честь открытия Дома дружбы народов национально-культурное объединение подготовили презентацию. Здесь домашняя утварь и посуда, одежда и книги, изделия ручной работы. Надежда Шульцева представляет марийскую автономию. Уже 23 года она живет в Чувашии, но при этом не забывает культуру родного края. Недавно совсем в детско-юношеской библиотеке были города Чебоксар, приглашали нас на встречу с учениками школ. Они задавали очень много интересных вопросов про наш марийский народ, про обряд наш, про культуру. Однако самое большое внимание гостей в этот день привлекла другая выставка национальной кухни. Мясные блюда, приготовленные по чувашским рецептам, узбекский плов и самсам. Хасан Эргашев презентует то, что почти всю ночь готовила его мама. Плов вот самое всегда было на первом месте. Из риса, там морковь, мясо, баранина самый вкусный, курдюк. Хасан признается, плов в семье едят каждую неделю. Любят и русскую кухню, например, борщ. А вот рыбный суп до сих пор кажется ему диковинным. Хасан Эргашев живет в Чувашии 8 лет и чувствует себя здесь вполне комфортно. За год привык я уже здесь, там все, уже общаться со всеми хорошо. На открытие Дома дружбы народов приехала и председатель Совета Ассамблеи народов России. Ее отделение существует в 75 регионах, но такие дома дружбы есть далеко не везде. Это очень важно, что не каждый по отдельности национальное культурное объединение, а все вместе. Потому что когда ты вместе, ты лучше узнаешь друг друга, узнаешь культуру, традиции другого народа. А если узнаешь, то всякие страхи, то они тоже исчезают. В честь открытия и первые подарки. Главе региона награду за вклад в укрепление единства народов России. Дому дружбы – подарочные издания от гостей. Теперь в стенах этого здания будут проходить выставки, концерты, работать кружки народных ремесел. Надежда Андреева, Никита Углев, Вести Чебоксары.